Спонсор этого выпуска – магазин «Гаммозавр». Успей оформить предзаказ на GTA 5 до 31 марта и получи отличный бонус – 1,5 миллиона долларов внутриигровой валюты. Подробности и ссылка на сайт в описании ролика. Девятый уровень зашел на задание 12-го. Как девятый уровень? Да. Если там ограбление с 12-го открывается, что за фигня? Замечательно. Как? Замечательно. Как? Вот так вот, замечательно. Он же сейчас будет умирать за секунду там. Я уже сижу такой, типа, я так заебался играть на этом телефоне. А я такой, в очках. А, это опять тот хер? Да. Все в очках в помещении. Used to be run by Rashkovsky and Popov's Pharma Company. A few years ago, it was leased to a shadow company run in part by Don. Просто мы все это праздновали. Победу, потому что... Что это за черный парень слева от меня? Это который девятый уровень, я готов поспорить, это он слева. Нет, тот, который... Или кто? Вот этот в желтой херне. Ну вот в майке в такой, да? В маечке, да. Это девятый. Да. Ну я вот прям вижу. Тот, что справа... В красном костюме он чуть получше. Ну он хорошо выглядит. Неплохо так. Элитно, я бы сказал. Ну я выгляжу самым элитным. Само собой. Смотри, сколько здесь этапов. Да. И их нельзя выполнять сразу там, типа, резко. Да, только два первых можно. Потом последующие, потом у нас еще будет... Как тебе жопа моего персонажа? Я не вижу, пока вижу, пока только рожа эта. Ты посмотри. Блин, ну этот черный в майке, он вообще как... Этот друг смотрит, как на... Посмотри на себя, я такой, ты посмотри на себя. Знаешь, он такой, посмотри на себя, йоу. Я такой, что? Ты на себя посмотри, такой, ты что, откуда вообще пришел? Из гетто? Он говорит, что реально рожа самая... Самая черная рожа, которая... У него такая губы такие, как у Зуландера. Как у Невского, когда тут стреляет. Погодите, два броневика. Окей, вот это я хочу. Три. Видишь, как я пафосно выгляжу. Ёбаный гонщик. Единственный, кто не пафосно выглядит, это этот черный, честно. Где моя машина? А. У меня бронированная, лучше садись ко мне и не выебывайся. Да я еду на своей, меня постили. Чувак. Я все постилю. Тогда я буду тебя давить, в принципе. Ой, да ладно тебе, че ты? Видишь, вот эту бронированную машину за тебя. Наедет за твоей жопой. Ой-ой-ой. Для того, чтобы тебе... Ой, блин, слышь, ну блин, ну какого хрена? Ну, что ты делаешь? Сядешь в мою машину. Ты нифиг делаешь, что ли? У меня бронированная машина, могу делать это целый день. Все равно тебя занесло. Я знаю, это специально, чтобы тебя занесло. Все было продумано. Нет. Ты мне фару разбил уже. А, я мне нет. Блин, у тебя там фары, не знаю, из титана. Титаном покрыто. Эти ребят, причем двое вместе. Ты мне, блин, разбил фару моей дорогой крутой машины. Она не была дорогой. Она не была крутой. А это раритет. Че, не знаешь, что как бы раритет стоит дороже, чем вот этот сердце? У меня есть два раритета, и они все стоят дороже, чем твоя. Да? Да. Твои раритеты это не раритет. У меня есть один почти за миллион на раритет. Да. Я на нем не катаюсь, потому что не хочу платить за него страховку. Страховка должна платить мне. Почему я плачу страховку? Ты должен платить страховке, а не она тебе. Она тебе должна платить только в том случае, когда машину взрывают. Ну да, но я и говорю. Какого хуй? Ну так так и есть. Подожди, ты платишь страховке определенно... Ну, в жизни. Или в игре, я не знаю. В игре, если ты виноват в том, что ты врезался, типа. Но бывает там... Тебе переехал танк, и ты платишь. И такой, что? Это же был танк. Вы не застрахованы от танка.
все в своем танке едут первого лица. Интересно, сколько выжимает моя машина? В реальных километрах? Да. Говорят, что нужно потише. Поэтому я влетаю в стройку. Я надел маску. Я уже был в маске. У меня на мне шлем. Вы уже начали? Я с глушителя их убил. Не знаю, считается ли это значит. Реально, кажется, можно с глушителями, я их убил, и они не спалили меня. Блин, еще одна фарада сбила. Начал стрелять, какой-то... Окей, угоните инсёржен. Мне нужно любую одну машину украшать. Вот такие же фары. Вот, нихуя себе, там внизу людей. Даже по стёклу. Нет, они не взрываются. Ой, я сейчас умру. Это конец. Ты погиб? Да. А я убил одного перед тем, как... Ну, мне дали опыт. Ну, ёб ты, бля. Это разминка. Да, если он так начал стрелять, этот девятый уровень, или кто, они вдвоем вышли и сразу же начали палить. Нахуя тогда мы шли пешком? Я могу тогда на машине туда въехать. Я их... Двоих до этого я убил с глушителя. Никто даже не слышал, никто не поднял тревогу. Слышь. Я Волга какая-то. Да какая Волга, ты чё? Волгу что не видел? Что ты мелешь такой? Ты какая Волга? Обычно. Да не Волга. Ни капли не Волга. А я разберусь, короче. Не хотят по жесткому, они получат по жесткому. Блин, какого хрена вы врезались в мою машину? Это та машина, ради которой освободил место в своем гараже. Ты уже на месте? Я просто приехал на своей бронебойной машине, они не могут мне урона нанести. Ну этот погиб. Он убил одного человека и сдох. О, даже бишь три человека не прибавило, пока я сидел в меню, там кто-то умер. Скончался в больнице. Ну мы еще можем его спасти? Нет, он мертв. Добавьте ему. Да-да, провального задания. Окей, мы не перезапустили, что ли? Что случилось? Я не знаю, почему идет такая загрузка. Я вылетел, то есть я не с вами. Ты вылетел? Но меня нету, да. Я посмотрел начало, но теперь я отдельно. Окей, значит мы все вылетели. Я буду опять в форме бронирован. Просто какой-то мафиози там. Я такой, да. И остальные как бы какие-то люди из комиксов. Да, вот реально, прям как из комиксов, один в один. Чё он бибикает? Это я. А, он, это ты бибикаешь. А, да не будут они садиться к тебе, у них там своя машина. Я так и побибикал, сразу же так... А, у них тоже бибикает есть. Ну, естественно. Все крутых пацанов есть бибикает. Чё ты сервер рисовакает? А, он говорит что-то. Да, но я его не понимаю. Я тоже. Сервер слагает, ты заметил? Тогда я и заметил.
А что-то у тебя произошло странно? Они разбились. Окей, ладно, у нас один америкос, судя по всему. Он такой, Е-мен. Один явно русский, потому что он ничего не говорит, кроме Е-мен. Да вряд ли он русский, он просто отсталый америкос. Нет, он что-то, по-моему, поговорил, пытался. У него какая-то... Может, реально нам американцев подсунули? Ну, слушай, тогда... Тогда тем более мы не будем говорить по микрофону. Потому что я сейчас такие, о, русские, хреновы русские, ненавижу Россию. Тогда, помнишь, тот немец? Да, да, да. Я ему сказал Хайл Гитлер, он такой, fuck Russians. Ну, блин, пусть помнят 9 мая. Да. Кто кого факать-то будет? Кто кого уже факал. И будет дальше факать, если и Меркель не успокоится, то мы ее факнем. Всякую пусть знаешь, я тебя зафакаю. Слышь, ты нет, ты так, ты переводчик, слышь, так не скажи, я тебя зафакаю. Слушай, как он быстро погнал, я думал, у меня быстрая машина. Правда, у меня она бронирована. Короче, единственное, через что нас могут прострелить, кажется, через задние стекла. Ну, вообще нас могут прострелить. Ты как бы не думаешь, что машина прям полностью бронированная. У нее, по-моему, спадает бронь. Чем дольше ты как бы в ней сидишь, тем меньше брони будет. Потому что... Я думаю, ты в красный прям или в черный хотел ее покрасить. Что? Мне кажется, в черный не хотел покрасить машину. Да, я хотел, но я считаю, что она на фомнейлах, если я решу ее сделать, будет плохо выглядеть. Окей. Поэтому у меня она покрашена в лавовый. Когда он погнал? Она покрашена в лавовый, а сверху матовый цвет, красный. Видишь? Да, самый верх, он просто матовый. Покажем удостоверение. Мне это пролагало, поэтому ты просто сквозь них проехал. Ну я их убил, да? Я понял, да. Короче, видишь, там вертолеты. Что мы будем делать, просто открывай огонь по ним. Ну я постараюсь сейчас, когда приземлимся сами. Я не могу вот сейчас делать. Просто паркуйся и расстреливай. А почему я не могу назад стрелять? Потому что это вперед. Кто-то умер, что ли? Да, кто-то из них. No, you died. Freaking jumped out right. Freaking. Но мы живы были. Да, мы я были. Убил трех. Этот Naughty Man убил трех. Взяли балласт. 52 уровня. Ну чё, да, теперь будем стучать мне, да? Сука, соседи сраные. Тебе стучат? Да. За что, интересно? Типа, что мешаешь? Не мне стучат, они молотком стучат. А, окей, я думал, они типа, что шумишь. Какую-нибудь такую херню. Видишь, мне опять балаклаву дали. Да нам всем дали, а эти не одели. Они даже маски не одели, слышь? Ну, видимо, они не про. Сейчас я поменяю одежду мою. А я не могу больше менять одежду. Аксессуары, ограбление. А, можно другую одежду. Я тут твою машину. А, ну. Эй, что? Это моя машина, идиотка. Ты такой, поехали. И сидишь за ней. И такой, ру-ту-ту, ру-ту-ту. Мы едем. Видим. Далекие края. Подожди, а где машина? А. Они приехали туда, у меня точка пропала. Твоя точка. Enfire. Они там что-то тестят. Сами фейк. Что значит тестят? Ну они, слышишь, какие-то такие, типа, Enfire. Они там, они проверяют эти машины сами по себе. А, ну да. Мне не нравятся звуки, эти бомбануло это. Что он делает там? Молитву читает, что? Не знаю, мне страшно, с кем, кого к нам приконнектил уже. Да, они какие-то странные вообще. Какие-то, да. Салам алейкум. Салам алейкум.
Сейчас бы, если кто на них приземлился, было бы забавно. Окей, окей. А почему я не могу... Чё? Я не могу попасть в те, что сзади. Окей, you're right. С кем он говорит? Не знаю. Забираем, я сажусь в машину. Садись в пулемёт. А как сесть в пулемёт? Надо было, наверное, сзади сесть. Думаешь, сейчас проверю. Подожди, я проверю. Нет, блин, он бежит вперед. Он бежит сюда. Он сюда бежит. Окей, тогда ты сядешь, да? Да, ты сел. Все, я сел, да. Ой, бэйби! Охуярь! О, не удержал. Блин, опять кто-то сдох. Они что, серьезно? Опять этот Инг, ну сколько можно? А взяли пулемет, аж все нормально было. Все было. Давай ты сядешь. Стрелок не удачный, не самый лучший, но зато хороший водитель. Кто? Так что... Я. А, ты хочешь, чтобы я сел? Да, ты будешь стрелять, мне кажется, больше попадать, чем я. А, я попадаю, когда я стреляю. А я нас уведу. Еще вот они вот эти, да? Я не знаю, нас игра уже прям сюда, прям, знаешь, и да, такая, шаг, она нас в машины засунет. Но нет, ну все-таки мы ближе, но мы все. Подожди, она, мне кажется, машина моя решила. Она прямо машина заспавнила. Че? Вот она машина, да. Блять, они забирают пулемет. Садись! Сюда. Так. Вот. У тебя нету пулемета. А, у меня нет пулемета, да, ну ладно. Здесь стоим. Блять, ты меня передавил, пиздец. Ты хоть понимаешь, когда анимация закончена, когда надо ехать? Ну, ничего не стоит. Он пытается сесть в пулемет. А, ты довезешь? Да я довезу. Окей, блять, он сел. Че ты вышел-то? Да я хотел к нему сесть, пока он тупил. Да залезай быстрее, блин. Ладно, поехали. Езжай, да, не езжай по дороге. А, я сейчас сокращу, блядь, меня закрутило просто, я вот так поеду. Ебать, по нам... Этот пидор не стреляет по ним, а у нас нету пулемета. А могу как-то пересесть с места на место? Я надеюсь, что наша машина может выдержать ракетное попадание. Машина может выдержать всё. Потому что этот хер стреляет... Окей, перед нами еще одна машина. Да не важно. Теперь езжай по дороге. Хотя я посмотрю по карте. Да, мы вокруг озера проедем, поэтому езжай по дороге. То есть слушайся дорогу. Не надо может занести сейчас, так что аккуратней. Что я тогда хоть повел? Что-то вообще даже скучно. Во-во-во, кстати, я не знал, что они прям так отбиваются. Я торможу, знаешь, по привычке. А машина отскакивает. Как у бронированной твоей, тут, наверное, даже получше. Ну, это мощнее выглядит. Да. Сейчас я ей такой в жопу прям так с дороги пошла. Я убил одну. Молодец. Кашляет, блин, микрофон. Да, отлично. У нас люди из Raccoon City приехали. Good job. Come on, we got this. Let's go, guys. Чё он говорит, типа, let's go, что? Не понял. Да. Они доехали уже, что ли? Блин, почему... Может, они срезут с другой стороны? Не, они еще не доехали, они едут с другой стороны. Чё, да напиздит что-то там быстрее, ребят. Может, он своему мудаку кричит. Может быть. Я убил машину. Молодец. Она так уехала с дороги. Еще справа сейчас. Просто насрать, ты знаешь. Ах, какие вы щет. Да. Мне кажется, мы почти ушли. Да, мы ушли от преследования. Мы с наркоманами играем. Да. Буквально, мне кажется. Наркоманы сектант. Кстати, тут где Тревор, когда едешь, можно срезать дорогу, но... Я не знаю, хочешь ли, не хочешь. Не хочу пока. Можно перепрыгнуть трамплин. Да я не думаю, что это стоит делать. Блин, меня целится деревья сами. Стою назад, отстреливайся. Все, нормально. Do you have any food on? Он кричит про еду. Он спрашивает, есть ли... Do you have any food? Да, и у вас есть еда какая-нибудь?
А может, типа, что похиляться? Может быть. Блин, ебаная ну хуйта. Какого хрена вы почти приехали? В чем ваша проблема, ребят? Ну что за... Как можно было умереть за рулем бронированной машины? Да, у вас... При этом у нас даже нет пулеметов, и мы доехали. Yeah, try to make sure you get the food thing fast. Наконец-то. Все, я еду, поехали. Good gunner, I'm a good driver. Стоп, стоп, стоп. Неплохо так трясет. No, yeah, get in the gun. Блин, Dan, я... what are you doing? What's going on? Я не знаю, что ты делаешь, но ты как бы трясешься. Держись, все нормально. Я взорвал таки эту хуйню. Можно как-то, чтобы меня не так трясло, чувак. Потому что ты не представляешь, как это трясет тебя. Сейчас выйдем на дорогу и все будет нормально. Вот, первого лица может стрелять. Первое лицо вроде не так трясет. Блять, какого хуя ты творишь? Подожди, я хочу на дорогу выбраться. Ты мы запер, ты нас запер здесь. Да где я тебя запер? Да ты сам себя запер здесь. Я нигде себя не знаю. Какого хера? Ты хороший водитель. Да моя бабушка водитель лучше, чем ты. Что это за хуйня? Все нормально, просто мы сокращали дорогу. Че? Ты получаешь урон, когда врезаешься, что... Я просто бронежилеты вытащил, буду их жрать, когда у меня будет мало. Никто за нами даже не едет уж. Как же медленно поворачивается. Он заебал! Он реально, знаешь, как будто заклинания какие-то читает. Ну можно как-то замьютить? Слушай, чувак, блин, ну, окей, я разбился, потому что врезался, серьезно? Ты сдох? Это работает так? О, тут боже. Тут прикол в том, что ты когда врезаешься, у тебя становится... Короче, езжай по дороге, не надо сейчас прыгать. This, babe, мне понравился пулемет, но у меня кончится бронежилет, если мы будем так. Easy money, easy money. Там прикол в том, что когда ты врезаешься, у тебя здоровье от него, все садятся в эту машину, окей. Ладно, я с каким-то чуваком буду стрелку. Ладно, тогда... Пускай этот один доедет, наверное. Чё? Ты куда? Чем ты один доедет? Ну, я имею в виду, что он там во второй машине, он один. Oh, let me out right there. I'm gonna get out in one of their cars. Yeah, let me out right here. Блять, хватит меня трясти, сука! А, блять, чё? Чё вы делаете? Почему друг друга врезаете? Сейчас никто вообще никого не врезался. Зачем, блять? Ну чё вы тогда так трясётесь, если никто не трясётся? Трясётся, потому что мы едем по дороге просёлочной, в горах. Да вас там заносят, как писец какой-то. Потому что тут горы и песок. Они просто дороги. Горы не заносят никого. Это песок под шинами. Наконец-то кого-то убил, сутал пулемёт. Расправьтесь, Мэривейзер. Расстреливай. Встань, блядь, и не двигайся тогда. Я хочешь. Тебя подвезу к ним и всё вот. Я боюсь, раз он сейчас взорвет машину, блядь, что он делает? Все, мы расстреляли, доставьте. Вон тут надо доставить, а наш не надо доставлять. А, надо. Окей. Я так скажу, что-то пулемета трясет больше, чем когда ты... Реально супер сильно трясет эти пулеметы. Вообще пули не попадают ни по кому почти. Только когда машина стоит. Что? Ну блин, ну и чё? Он может пододвинется, там точка моя вообще-то. Всё, отлично. Он только я встал. Такой с дырками просто все. Pull the electrics, strip the plating, EMP will go in, Merriweather won't notice. Whose house was that? Was that yours, Inc?
Guys won't need armor in there, will you? Right, now get going. Let's wrap this up. Ink. Чё они... А, what up, Слушай, я в следующий раз их замьючу, они заебали. Oh, nah, I think, Платина! Yeah, no, I think so. But if anything, I mean, we could do heist and stuff together if you want. О, наконец... А, нет, я такой... Всё перестал крутиться, только... Он такой вернулся. Такой, чё? Я не перестал ещё крутиться. Ничего ещё не кончено. Он такой, ничего не кончено. Вот всё. Я такой, смотрю на все это. Такой, ну пацаны, вы дебилы. Особенно Инк. Да, я... Я бы их нахуй расстрелял всех, если мог. А почему? Мы можем же. В чем проблема? Подходишь и такой, Инк, блядь, успокойся. Окей, ладно, Инк убил меня. Я ему дважды битой заехал по голове, а он меня расстрелял. Вот ты гнида, а? Согласен? Это тот меня ракетниц взорвал. Я его застрелил из снайперки. Ты застрелил того, который взорвал меня ракетниц? Да, я его из снайперки сразу застрелил. Я в пассивный режим просто такой, ну, окей. Теперь я буду оформлять страховку на свою машину. Спасибо, что... А я сел в машину к одному из... Бля, он расстрелял меня через нее стекло. Я думал, она у нее бронированная какая-нибудь, еще чем-то нет. Вообще не... А если я возьму чужую машину и утоплю ее, я буду платить страховку или он? Да, ты будешь. Они уехали, что ли, все? Или нет еще? Не знаю, я сяду в одной из их машин и буду сидеть. А он тебя расстреляет сейчас через нее. А он не может, я в пассивном режиме. А, ну да, кстати. Хороший клан. Интересно, что он будет делать. Куда он меня повезет? Это как песня Депеш Мод. Куда везет меня мой друг? Я так уезжаю с ним. Пока. Окей, хорошо, что я был в пассивном режиме. Я просто сидел в меню и вылетел из двери. С меня сняли всего $1100. Чувак, ну а кто теперь меня повезет? А что мне сел уже просто? Какая разница? Важно. Да просто нажми, все. Сейчас еще выйдет ко мне. Все, я просто готовлюсь к игре, к заданию. Надо, понимаешь, одежда, ты смотришь одежду. Это не хухры-мухрык тебе, понимаешь? Какой-то дурачок вот так. Что? Я оделся круто, не мешай. Должен быть телохранителем, а ты какой-то просто... Я не телохранитель. Я телохранитель, окей, но ты дозорный, ты выглядишь как кухры-мухры какой-то. Да я выгляжу офигенно, как крутой и шикарный киллер. Знаешь, у меня еще перчатки вот эти. Вообще нормально. Все, блин. Не надо мне говорить. У тебя все такие... У меня машина зато раритет. Да я не боюсь своей врезаться никак. Да, поэтому ты всегда врезаешься. Потому что игра лагает. Само собой. Да блин! Слышь! Чё? Скажи мне, это влипсло. У меня хорошая машина. Ты берешь, врезаешься в нее, знаешь, что твоей ничего не будет, а моя помнется поцарапал. Да ты мне весь бок расцарапал! Она просто в говно там. Лучше уж сразу был ее взорвать вместе со мной. Просто трындец. Трындец, честное слово. Че вы все на мое место приехали? Ну да, и мое место тоже. Смотри, как надо парковаться, как паркуются правильные парни. Ты должен быть этим прикрытием юг, север, восток. Я паркуюсь. Все, мы готовы. Чувак, ты продавец, чё он в укрытии сидит? Он такой... Он знает, что сейчас произойдет, что ли, заранее? А мы ждем прибытия. Я его телохранитель, я как будто продавец стою. И хичится вертолет. Они на вертолете, что ли, прилетят? Что происходит? Левую руку тут точно. Мне не нравится все это. Ну и где он? Мы просто ждем. Я понял, но где он?
Вон. Окей. Красным подсвечивается. Куда он побежал? Куда он побежал-то? Что за фигня? Кто это? А, вон, едет машина, машина едет. Это не тот вообще. Как оказалось, это какой-то там красный чувак. Спип. Попробуй забери их. Окей, ну и чё, мы проверенные ребята, вы что? Да. Нет, его не было, это я был там. Я такой с крыши автоматом помахиваю. Это я был там. Это не тёлка из четвертой части, которая Ника трахала, а потом оказалась подставой? Не, вряд ли, не, ну, она очень красивая. Говорю, что эти клоуны делают? Ой, чёрный, чёрный упал! Она куда побежала? Black man down, black man down! Она такая, феминисты! Не, сексисты, ты чё? А, да, точно. Ну, значит, знай да, свою. Попутал, попутал, прошу прощения. Окей, я не знаю, кто-то был, но спасибо за ракету. Это я был. Потому что я тут твоя посылка. Ну, или как-то так. Неважно, в общем, ты понял. Я выхожу за пределы. Вернись! И отстреливайся, как мужик. Ну, ну хоть ты там и играешь не из мужика, но неважно. Как нам их очистить? Как они умудряются все преследовать? Выскочит чувак прямо на мой хэдшот. Возвращаюсь, возвращаюсь. Успокойтесь. Блин, мне придется сейчас с крыши связать, потому что ночью я разобьюсь. Чемодан забери. Я? А, ну я заберу. Как слезть с крыши. А куда моя машина делась? Окей, заберем ее машину. Черт, она... Чё прибыли? Она нихуя не бронированная. Ладно, я доставляю чемодан. Взорвалась раньше, чем надо. Хуйня, а не ракета. Не сдохните пока. Миссия изи-пизи, лемон пиписи. Блин! Окей. Не лимон сквизи. Не надо было говорить изи-пизи, лемон сквизи. Ну не надо же, что... Не говори хоп, пока мы не перепрыгнули. Я-то все сделал. Я и отстрелялся. У меня вот из-за этого, понимаешь, вот ты мне поэтому портишь платину. Я тебе порчу платину? Да, я отстрелял, несмотря на то, что это не была моя задача. Я стрелял людей и прочее. И... Это была просто... твоя задача, так же, как и наша. Нет, моя задача была... Взять ой, чемодан. Ты думаешь, вы типа приехали такие, ой, но чемодан не получили и так спрятали. Так у тебя точка сверху, а я там в центре событий нахожусь. Ну так это мне, в этом мне вообще прикол, просто так нужно... интереснее. Там два человечка убить. И достаточно игроков, ушел кто-то. Какой-то француз, который будет варить, честно. Что за фигня? Лафайет, это ты? Что, веди вордер свой, возвращайся обратно. Хрен ли ты в эту игру приперся? Трындец. Все ко мне в машину, а ты один. Все говне. Да блин, ты мне дверь сломал! Ну нахрена же так? Я не нежно подъехал так тебе. У тебя уже двери нет. Ну и ты сам врезался. Я раньше тебя врезал. Да? Так думаешь? Я же говорю, что я раньше врезал. Это не считается, это секунда. Я сбавил, чтобы в тебя не врезаться там. Поэтому я и раньше. Ты мне дверь сломал просто. У меня, кстати, тоже моя машина, и ты зря так сделал. Я так, ее еще ударил, разбил стекло. Да ты просто ее поломал. Зачем? Блин, я только из гаража ее достал прокатиться на этом задании, думаю, сейчас все. Что смешно, от кулаков остаются следы, будто бы ей розовая.
Что значит выход за пределы? Не понял. А где я сейчас? Что, у кого? Ты другой, видимо, это другую точку был. Тебе дали. Это не я был, нет. Юг. Кто, блядь? Почему они написали я ник? Я север был. Молодец. Ты промахнулся. Я не в тебя стрелял. Ты думаешь, что промахнулся? Но на самом деле нет. А у тебя целится гранатомет. Все, едет, приехала. А я не в шлеме, чё? Потому что неприлично быть в шлеме, когда с тобой разговаривают. А какая-то тёлка непонятная. Мутная, да? Да. Да, такой, чё ты такая мутная? Я тебя скипнуть хочу. Я так стою, смотрю в сторону. А ты видишь, как я стою? Да, я видел. Я сейчас смотрю на парня. Я эту катсцену вижу сейчас. Я все вижу, я вас вижу. У нас одинаковые катсцены сейчас. Я думал, может, от твоего лица издали. Через прицел смотрю. Сейчас 50 Cent такой, не выдержал одной пули уже. Он такой, я выдержу 9 пуль. Такой, ой, блин. Фальшивый 50 Cent просто. Фальшивый, да. Они такие, не выдержу. Я выдержу. Я могу прицелиться не в вашу машину, а он в ту. Окей, ладно, не важно. Блин, что-то вы быстро с ними расправляетесь, если честно. Я не вижу их с этой стороны. Все, оставь их мне, не трогай их, они мои. Меня сейчас порешают. Нет, не спрыгивай, нет, блин. Я сейчас смычка вот реально. Убили там? Да, забирай чемодан. Хайденберг забрал. Нет, не забрали еще. Я забрал. Ты забрал. Не умирайте все. Уезжаем, да? Я просто по трупам пытался проехать и не могу. Я застрял на трупах, прикинь. Ирония судьбы. Пробуйте только опять умереть. Ау. Игра лагает, писец. Этот пускает какие-то розовые ракеты, что за херня? Просто на мы как феи летим. Я так понял, это сигнал. Мне тоже так кажется, но блин, мы это сейчас были какие, знаешь, как волшебная машина пони, я не знаю, типа того. На машину пони, нам пробили колесо. Я с пробитым колесом сейчас. Фу! Ай! Поздравляю. Job is done. Я сделался. Сане не дадут хоть одну, блядь, платину. Я за последнее время вообще игра наебываю. С меня опять сейчас скажут, что ты хуец. Поел огурец. Смотри, ты кладешь там какую-то эту хуевинку опять. Карточки доступ. Такой карточки, карточки. Карточки. Даже не знаю, что я положил. Пройдено. Так, я серебро. Ты получил. Да! Молодец. Сухи. Заебали. Игра такая, ну ладно, ладно. Заслужил. И дает тебе то, что ты просил. Иди у нас со второго уровня, да.